10 нулей. Давайте, ну, что, из Европы мы пойдем на восток. А, там помудрее, как мне кажется. И, да? И вообще поспокойнее. И поспокойнее. Михаил Мозжечков, президент русского клуба в Токио. Миш, еще раз здравствуйте. Рад вас видеть. И мы, как мы рады, вы не представляете. Не пострадал серьезно, ли? Без всякого сарказма сейчас, очень. Какой сарказм? Не пострадал ли рынок суши? Мы же закупаем, как нам говорят, суши прямо из Японии в огромном количестве. Конечно, да. Миш, ну, вы знаете, вот просто, как говорится, суши без пива, деньги на ветер. Да. Вот. Говорят, у нас в Японии, да. Вот, смысл в том, что, в общем-то, если между нашими странами, между Японией и Россией есть какой-то обмен, он больше в плане, так сказать, ресурсов и, так сказать, продуктов электроники и автомобилестроения. То есть напрямую, я думаю, в данном случае санкции не отразятся. А рыба? Значит, рыба тоже. Вы знаете, вот я не скажу, что Россия так много рыбы закупает в Японии, но вы очень верно подметили. Значит, сразу хотел обратить внимание, так сказать, уважаемых россиян, что Восток дело тонкое, и из всех вот, так сказать, санкционеров, я бы их так назвал, Япония, она самая мягкая. То есть они уверенно и, так сказать, настойчиво пытаются не вводить санкции против России. То есть они, как говорится, сначала сказали, что наши санкции — это приостановить переговоры по переговорам. Вот. Но тогда Обама сказал: вы не очень демократичные, я на вас разозлюсь. И японцы сказали: вот мы не будем давать визы 23 россиянам, но мы не скажем, какие это россияне. То есть, вот, понимаете, поэтому вот Сергей Нарышкин спокойно в Японию приехал. Я думаю, что если господин Путин захочет в токийском Диснейленде расслабиться, у него тоже проблем не будет. Как вы знаете, сейчас планируется его визит. Но вот каким-то 23 россиянам не дадут визу. Таким непонятно. Тогда Обама сказал: опять давайте серьезней. Вроде японцы теперь 40 россиянам не дадут визу. Ну, в общем, каким тоже непонятно. Но Япония не только как бы так мягко, но вообще дипломатично. Мы помним официальное японское лицо, которое сказало: послушайте, мы вынуждены делать эти санкции, потому что наша безопасность зависит от Америки, и мы вот под давлением. Это официальное лицо на официальном уровне, то извините. Есть все новостные ленты. Да, да, совершенно да. Верно. Немножко извиняюсь. Ну вот, да, мы вынуждены. Вот такая политика мировая. Это, конечно, да. Поражает. То есть, на самом деле, Япония самая мягкая, совершенно верно подмечена. Они много раз подчеркивают, что мы не хотим этих санкций, но нам приходится. Но вы знаете, японцы? С другой стороны, Россия же, она тоже идет на шаги. Вот недавно, да. Допустим, один из наших спикеров тоже заявил, что давайте не дадим Японии квоту на лов рыбы. Да. Тут как раз процесс-то обратный. Не то, что мы в Японии рыбу закупаем, но за исключением там трех тунцов, которых лично на самолете возят там в пару московских ресторанов. Все остальное идет в обратном порядке. То есть японцы у нас ловят рыбу, за это они нам платят деньги, мы им выдаем квоту. Если Россия завтра скажет, что мы не даем эту квоту, что мы имеем сделать полное право, то японский рынок останется без довольно большого количества непоставленной рыбы. То есть здесь наверняка будет проблема, начнется рост цен на рыбу и так далее. Вот. С другой стороны, все остальное, кроме рыбы, как говорится, и то в одностороннем порядке, это, понимаете, вот в Японии я видел в одном универмаге пиво «Балтика», вот, а в Москве вы, наверное, видели японские кубические арбузы. Вот, по 20 тысяч рублей за арбуз. Да. Слышали о них. Нет, и продаются. 3 тысячи, не 20, Миш, всего 3 или 5. Год назад были 20. Они, наверное, не очень квадратные, там все зависит от угла грани. Вот если грани идеальные, там, надо смотреть. Вот вы очень внимательнее. В следующий раз пойдете за квадратными арбузами, вы как это... С линейкой ходите, потому что, возможно, подвох. И вы съедите то, что... Да-да, в Штангенцирк. Ну, реально, понимаете, пиво «Балтика» против кубических арбузов. Вот и весь, так сказать, поток. А то есть вдруг здесь... они перестанут поставлять праворульные машины бэушные? Вот как мы так? Да нет, ну вообще-то Toyota, у них же сборка здесь. Да. После санкций, когда во Владивостоке танцевали вокруг елочки, а их Дед Морозы с дубинками из Москвы разгоняли, после этих санкций поток этих машин, он незначительный тоже. Вот. Поэтому тут тоже ничего страшного не произойдет. Другой момент может быть еще в чем. Ведь 10%, по-моему, японского газа поставляется из России. И вот если мы, закручивая украинский вентиль, случайно подкрутим японский, то, по крайней мере, Токио вполне может остаться без газа. Вот сейчас, когда я пойду на кухню, поставлю потом
чай на конфорку, я буду жечь российский газ. Так сказать, каждый день я поддерживаю российского производителя. Миш, скажите, пожалуйста, о японцах. Вот японцы как-то реагируют, обсуждают между собой санкции. Вообще, насколько, кстати, они политизированная нация? Знаете, вот типа русских, итальянцы говорили. У нас-то что не разговор, то о политике. Да, на любой кухне за стаканом это же святое дело. У нас за политику можно еще и огрести. В драку попасть. Да. Очень долгое время японцы были аполитичны, пока экономика была в порядке. Как только экономика начинает стагнировать, естественно, начинают говорить и о политике и так далее. Но в любом случае, вы знаете, все равно японцы больше смотрят на себя любимых. Гораздо страшнее России для них это Китай, который вполне может отобрать какие-нибудь острова. Россия-то уже отобрала, как говорится, это дело прошлое. Вот. А Китай вполне может отобрать прямо сейчас. Вот. Поэтому на китайцев они смотрят вот с опаской. Россия для них она на заднем плане, а Украина, допустим, ну вот Америка выбила из Японии, опять же, путем, так сказать, пары пинков дипломатических, выбила деньги на Украину. То есть мы сейчас, как сказать, мои налоги тоже спонсируют там Порошенко и так далее. То есть мы платим за их демократизацию. Их немедленно. Что это такое? Ну, я бы рад не платить, но, понимаете, выбора нету. Причем, если японцы спросят, что такое Украина, это будет либо не знаю, либо это где-то около в России, что ли, понимаете? То есть для японцев как раз Украина еще больше России, чем для нас, по-моему. Для тех, кто еще не привык к идее независимого государства. То есть для японцев Украина это что-то такое странное, но между тем, даже не замечая, они продолжают вот это спонсировать это дело, потому что здесь, понимаете, с политической точки зрения очень просто. Приезжает Обама, говорит: украинцы, я вам дам денег. После этого он едет в Японию, говорит: ну-ка, японцы, дайте-ка денег Украине. Uh-huh. Вот, а мы даем денег. Uh-huh. Вот. Вроде Обама свое замечание, так сказать, выполнил обещание, а с другой стороны, вот мы за это заплатили. Uh-huh. Так что вот такая тоже интересная петрушка. Спасибо огромное, Миш, спасибо. Михаил Мажичков, президент русского клуба в Токио. Миш, спасибо огромное вам. До новых встреч, в следующий понедельник увидимся. Пока, спасибо.